Всем привет, с вами Inform TV. В феврале 2020 года Дмитрий Дебров перенес инсульт и на долгое время пропал с телевизионных экранов. После удара он почти не передвигался и не разговаривал. Телеведущему потребовалась долгая реабилитация, чтобы начать нормально ходить, восстановить речь и снова вернуться к работе. По словам Дмитрия, он до сих пор страдает от последствий. Полностью выздороветь ему так и не удалось. 63-летний шоумен утверждает, что в последнее время у него начались проблемы с памятью. Цитата. «Бывает темное пятно, еще труднее сидеть в сауне, больше 5 минут не можешь, давление мгновенно подскакивает, а еще некоторые события вообще не помню, забываю слова», – рассказал Дебров. Гипертонический криз настиг тогда Деброва во время светской премьеры в одном из столичных кинотеатров. Шоумен разговаривал со знакомым и вдруг почувствовал себя плохо. В разгар мероприятия он потерял сознание и ему вызвали скорую. Тогда телеведущего увезли в Боткинскую больницу, врачи диагностировали инсульт. Сразу после выписки Дебров бросил курить и расстался с другими вредными привычками. Из-за этого потерял всех друзей. «Когда ты не куришь и не пьешь, тебя начинают сторониться», – сетовал недавно Дмитрий. Сейчас шоумен вместе с 33-летней женой Полиной воспитывает 3 сыновей – 12-летнего Сашу, 8-летнего Федю и 7-летнего Илью. И, конечно же, мальчикам тяжело видеть папу в таком состоянии, но они надеются, что ему все же станет лучше. Давайте пожелаем ему здоровья. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!